Сегодня у нас 6 сентября 2016 года. Вот у нас лив. Это у нас на Храмовом пруду. Вот, он уже, вода опала из-за жары. Тиной все покрылось. А тут гуси тети Любы Минаевой находятся. Там вот вдалеке уточки плавают. Вон они, видно их, перемещаются. Тоже, видимо, нравится им здесь. Вот, и я зашел тут, такие уже растения повырастали. Большие просто, выше моего роста. Вот они. Вся плотина заросла. Особенно там в низине вообще бурелом целый стал. Вон какие. Я иду, они выше меня скрываются. Некоторые, наверное, уже под 1,80 м, если не выше. Вот она. Я ее поднимаю даже. Так и да, тут да, все два уже. Вот. Иду. Все тут. Ничего не видать даже. Так немножко проглядывается пруд. Господь как дает силу земле. И вот наше дерево. Один из самых просматриваемых ролик в интернете. Это как мы сжигали шершней. Вот это место. И вот они уже здесь все заделали, запенили по-своему. Тут и осы, и шершни. Что удивительно. Вот они все заделали. Гул такой стоит хороший. Вот сейчас я покажу, где они, эти шершни. Вон они. Вот он лазит. Вот второй зашел туда. Раз, второй тоже пошел, третий, четвертый. Вот они какие грозные. Попробуй с такими поспорь. Господь, когда наказывал народы языческие, посылал на них шершней. Уничтожали с лица земли целые народы. Люди бежали просто оттуда. Вот эта ветла. Какая огромная. Что удивительно, тут даже осы есть. Как они совмещаются вместе, непонятно. Вот так как они заделали, интересно. Дал же им Господь такую мудрость, такое умение, знание. То есть вернулись на старое место. Это место им понравилось, видимо. Вот, пойду дальше показывать. Там, конечно, тоже все заросшее у нас внизу с дамбы. Ничего не видать. Вот оно у нас. Как виднеется. Вот это пенечки наши торчат от деревьевцев. Как островки такие небольшие получились. Так Господь какую силу дает всему живущему.
Вот такие дебри. У меня семена сыпятся. Просто осыпает сверху. Вот это вот. Где ветла растет кустарниковая. Это там были пеньки. И вот оно уже как выросло. Даже вон у Игоря барабаша еле видно. И вот ангар этот. Под зерном. Вон как густо аж. Еле прорываюсь. Вот конопля какая здоровенная выросла. Всего полно. Все по слову Господню сорняк растет. Вот так вот. Сейчас вот я выйду. Вот мой велосипед лежит. Капелькой заморал объектив свой. Вот. Вот так вот. А какое небо-то? Вот у Игоря барбаша зерносклад. То у него там горох лежит. Вот какое зарево. Красивое. Сейчас попробую повыше подняться. И солнышко получше посмотрим. Какое оно огромное, яркое, красочное. Вот так вот. Так повыше я. О, какое оно красивое. Ну вот так вот. Слава Богу за все. Наш храм, где мы Господа славим. Аллилуйя.